Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова продолжаем играть в Subnautica. Первую часть мы еще с вами не прошли. Я, конечно же, опрометчиво сделал заявление, что мы пройдем ее до выхода Below Zero, до именно полного выхода. Пока так не получается, учитывая загрузку, кучу видосов, которые надо делать, кучу монтажа, кучу всяких других вещей офлайновых. В общем, мы сейчас ее продолжаем проходить с вами. Не жалуйтесь, блин, я тут для вас потею, жопу надрываю. Не жалуйтесь. Окей, мы здесь. Так, ты чё, эй, чё ты делаешь? Мы готовы... В каком месте? Чё мы здесь зареспаунились? Очень странно. Что за баги? Так, мы с вами хотели в этой серии поплыть на Аврору. Но я понял, что я немного поторопился, потому что у нас с вами еще нету огнетушителя. Нам нужно сделать огнетушитель, нам нужно сделать пушку, чтобы обороняться. Стазис пушка, потому что там есть левиафаны. И я не хочу с ними иметь вообще никакого дела, кроме как застанете их нашей пушкой. А умеем ли мы делать стазис пушку? Хрена лысого мы умеем ее делать, только пропульсионная. И то мы не умеем ее делать. Погодите, а вот модификационные штуки для нашего симота. Это можно прямо уже сейчас делать. Модули погружения, вот, нам нужен обязательно... Усиление корпуса, наверное, надо сделать. Хранилище по-любому надо сделать. Итак, нужен литий и 3 титана. А где у нас литий? У нас даже лития нету. Стоп, я понимаю, что нам надо делать. Аврора пока что еще рановато. Мы там сможем найти краба, это, в принципе, самое важное, что там есть. Но сейчас не до этого. В первую очередь нам надо с вами сплавать на остров. Оу, внезапно ночь стала как так быстро. Бывает такое вообще? Значит, остров причем не тот. А тот. Тот самый остров, где пришельцы. Погодите, вот, вот он, в эту сторону. Смотрите. Шлюпка номер 3. Ну-ка, покажи мне, что ты умеешь. Что ты имеешь? И что ты имеешь вообще? Я здесь был? Слушайте, я, походу, здесь был. Бесполезная фигня. Давай, Максимов. Побежали дальше. И, кстати, вот еще капсула 12. Но она в отвратительном месте находится. Там левиафан. Тут самое важное сейчас это лития найди побольше. А! Мы приплыли уже. Что ж, пришло время собирать всякое. Слышите крики? Это как не крики, какие-то крики, это жесть какая-то. Так, сейчас ядерный реактор, по-моему, у нас он уже есть. И мы по... Нет, у нас его нету, и теперь нам надо еще 3 найти. Итак, что это такое? Гелеобразный мешочек. Фиг знает, для чего это нужно. Давайте изучим. Погодите, это местная форма жизни. Нужна ли это нам сраная форма жизни? Не думаю. Это что? Алмаз, прекрасно. Мы с вами уже усвоили, что мы никуда не торопимся. Мы действуем осторожно, слажно, никогда не забываем оборачиваться, чтобы тварь не подплыла к нам. Помним, что говорил учитель труда, никогда не подходите сзади. Что за кристалл? Настурана. И алмаз, и серебряная руда. И помним, что не пытаемся спасти Симот просто так. Только за деньги, конечно же. Ты слышишь, Симот? Я алчная тварь, вот с кем ты работаешь. Но я имею в виду то, что мы просто пожертвуем им, если вдруг запахнет жареным. Я чувствую, что скоро очень может запахнуть. Что? Да что? Что? Дурацкая рыба. Тут есть пещерка. Я думаю, нам стоит заплыть сюда, посмотреть, что-то как. О нет, бесконечные ходы. Надо обратно. Я сейчас не готов. Погодите, а что-то я не готов. Почему-то я не готов, когда я вроде как готов. Я не готов. У меня нет этой штуки с собой, блин. Это другой раз сделаем. Вот это пришельческая база. Давайте здесь пошарим. А, тут просто хэдкрабы тусят. Это не страшно. А вот это, возможно, очень важная вещь. Нет, это просто... Не знаю, что это такое. Фигня какая-то. Что-то пришельческое. Не наше. А, это как бордюрчики получается. Вот, здрасте. Нашел эту штуку. Смотри ее и забей на нее. А, здрасте. Тут еще пещерка очень интересная. Этого я никогда не видел еще. Литий! Вот ты где. И еще больше его. Стоп, это что, вниз? Это я упаду? Не вижу ни хрена. Стоп, смотрим. Во, здесь просто залежи лития. Инвентарь полон? Да блин, не очень много лития, я увезу с собой. Во-хо-хо. Лития полно, у меня инвентарь уже полон, к сожалению. Давайте... Ай, отвалит меня. Это портал! Воу, здрасте, вставить ионный куб, которого у меня нет. Как-нибудь потом обязательно. Инопланетная арка. Изучим. Все, у нас есть информация о том, где у нас есть портал. Пора плыть домой. И все, мы дома. Аккуратнее, не бейся, не бейся. А, осторожней голову. Набрал я таких хлама.
И нужен ли он мне? Я не знаю. Давайте просто все сложим, то, что у нас есть сейчас. Итак, нам нужно 3 титана и литий. Модуль хранилища. Давайте засунем эту штуку вот сюда. Теперь, получается, у нас есть инвентарь у нашего Симота. Также, я думаю, стоит сделать солнечную зарядку мотылька. Солнечная зарядка готова. Ставим ее вот сюда. И нужно делать модуль погружения 3. Однако мы не можем его сделать без модуля погружения 2. А его не можешь сделать без модуля погружения 1. Все, понятно, отвали. Сейчас будем делать все. Модуль скрафчен. Не надо его вставлять. Сразу давайте думать о втором погружении. Пластеловый слиток. Магнетит и эмалевое стекло. Крафчим. А, для этого придется побольше титана найти. Самый гемор. Опа, здрасте. Оп, тихо. Я хотел вот это взять. Не трогай меня. А, стоп, я отвлекся. Нам титан нужен. А вот и ты. Раз. Два. Модуль глубины. Второй готов, по идее. Стоп, я не могу почему-то до сих пор. Очень странно. Позвольте-ка. Вот если мы вот тебя вставим. Хорошо, текущая критическая глубина 300 метров, но мы... Должны мочь. Все, что мы можем сделать, это торпеды почему-то. По каким-то причинам его даже нету в меню. Что это за ресторан такой? Ладно, возможно, это потом. Возможно, я что-то не знаю. Хорошо, оставим пока что вот эти ингредиенты. Это вот для модуля погружения. Также нам обязательно нужно сделать комнату сканирования. Комната сканирования. Пожалуйста, встань в свою нужную точку. Куда тебя поставить? А, пофигу, пусть здесь будет. Готово. А теперь нам нужно в нее попасть. Во. Блин, здесь я сделал плохо, да, кажется? Блин, нам нужно было его разобрать, оказывается. Окей. Разобрать и поставить на фундаменте. Все должно быть вместе. Так а что ты мне мозги мурыжишь? Я же сделал все. Вот ты. Давай сюда. Сейчас мы как-нибудь сделаем. Или никак мы не сделаем. Мы никак не сделаем, разве что мы можем батарею прямо на нее впендюрить. Думаю, должно сработать. Стоп, стоп. Во. Как-то ты не так встала, так обратно. Как-то так, что ли? Есть... Плиз. А, работает. О, я впервые за всю историю игры в Subnautica захожу в эту комнату. Тут даже есть улучшения какие-то. Смотрите, мы можем делать чипы интерфейса комнаты. Камеры. Улучшение дальности сканирования. Плиз. Вот, смотрите. Теперь она нас дальше сканирует. И мы можем выбрать, какой предмет искать. Какой ресурс. Обломок. Яйцо существа. Фрагменты. Ни хрена себе. Вот есть фрагменты. А как там отметить это на карте? Оп, здрасте, здрасте. Прием. Это я, камера. Я словно играю в эту игру. Помните, Observation, по-моему, называлась? Вот, фрагменты. Это, погодите, ну это она видит. Комната, а я это вижу? Как нам вернуться-то обратно? Дай посмотри, а мы там стоим? Смотрите, потупляем. Впервые себя вижу со стороны. Как мне на базу-то сесть? Еще вторая камера есть. Куда мы? Хоп, вышли откуда? Из этой штуки. Все, понятно. Надо четко в дырочку. В этот слот. Все, хорошо. Блин, кривой. Кривая камера. Все, молодец. К сожалению, мы-то сами не видим этого. Па-па-па-па-па? Что за фигня? Это из-за того, что солнце ушло? Конечно же, это солнечная батарея. Она разрядилась. Наверное, и это тоже. Блин. Так дело не пойдет, нам нужен новый источник. А, и его нету. Окей, давайте пока посмотрим, что там за сообщение нам пришло. Слушаем. Обнаружено 9 новых биологических объектов. Режим поиск анализа. Это пришельцы! Отправка местоположения другим агентам. Какого фига? Все, солнце вышло. Мы не можем видеть, что видит комната сканирования, но мы можем видеть, где камера находится. Поэтому давайте слетаем в это место. С помощью камеры. Камера 1. Идем фрагменты искать. Ух, какая куча их. Радиомаяк 1, фрагмент 2. Ой, какая удобная комната. Пипец, мы можем так найти очень полезные вещи. Ты такой, пипец. Какого фига ты делаешь? Какого фига, Саня? Саня, брось. Брось мою камеру, я тебя буду резать. Брось тебе, говорю. Да сколько тебе резать? Прости, Евгений, думал, это просто металл, который можно скушать. Нет. Гребаные сталкеры. Грави-ловушка готова. Вот фрагмент. Вот здесь находится внутри. Ау, блин, аккуратней. Кто-то нападает на меня, сталкер, да? Окей, давай камера, здесь тебя запрячем. Почему ты здесь, камера? Саня, ты задолбал меня, я тебя сейчас прибью, нафиг. Ага, я буду делать все, чтобы портить тебе игру, чтобы ты не прошел Subnautica. Где-то тут-то мы можем пролезть. Ага. Ага. Ладно, давайте, что мы можем тут... Стульчик, у нас КПК есть теперь, скамья. Сборщик транспорта, это все фигня, не нужно. Так, лазерный резак. Есть, готово? А. Просто на улице сделали проход. Ладно, получается, не такой внушительный осколок нашего корабля.
Осторожней, Сань, не нервируй меня, я тебя прошу. Ладно, мы не можем делать модуль погружения. Антирадиационный костюм у нас одет. Надо теперь запастись как следует провизией, водой. Нужен обязательно огнетушитель. Все, пора гнать на Аврору. 2 аптечки, 4 воды, 2 огнетушителя, 3 батарейки, лазерный резак, ремонтный инструмент, глайдер. Давайте 3 огнетушителя возьмем. В целом все, пора на Аврору. Пора ее чинить. Опа, сообщение. Аврора, это солнечный луч. Мы уже на подходе к планете, и мы нашли место для посадки, которое, оно лучше, чем альтернативы. Мы отправим координаты. Нам понадобится пара дней, чтобы выровнять нашу орбиту. В это время мы будем в состоянии выйти на прямую связь с вами. Затем мы спустимся вас забрать. Скрестите пальцы, чтобы погода не подвела, и не заставляйте нас ждать. Солнечный луч. Конец связи. Все, я понял. Это та самая капсула, которая упадет возле пришельцев. Окей, теперь остается только ждать. 34 минуты. Можем пока порыться на Авроре. Ой, главное не запороться. И пока я не хочу отвлекаться ни на что. Да. Мразотная медуза. Да, мы с вами не взяли стазис-винтовку, потому что я еще не нашел фрагмента для нее. Но я думаю, я проскользну. Левиафаны, они же вроде не такие маневренные, да? Насколько я помню. Я умудрялся от них сваливать. Будет все нормально, я уверен. Ну, здрасте. Стоп. Это очень важно, подбирать эти сундуки. Батарея, очень важно. Остальные ресы пока вообще не трогаем. Да, нам придется потом возвращаться сюда за этими ресами, но лучше не перенагружать себя сейчас. А, блин, мы рядом со спасательной капсулой. 600 метров всего. Вон он! Он, мразота. Здесь он не опасен. Все, хорошо, мы доплыли. Все нормально. Не паникуем. Просто паркуемся. Выходим. Ух, мы здесь. Такие шаги, слышите? Прям техно такое жесткое. Блин, еще один огнетушитель здесь есть. Это мы... На обратном пути! Вот, не трогай меня! На обратном пути это все возьмем. Все, окей. It's okay. Как здесь хреново видно все. Администрация, грузовой отсек. Сначала в администрацию поперли. Так, наставлены КПК. Терминал базы данных. Загружены какие-то там базы данных. Коды и зацепки. Заметка для себя. День рождения. Ага, неделя. Код от грузового отсека. 1454. Мы просто уже это все читали в прошлый раз. Что это? Урна. Воу. Пропульсионная? Как раз таки у нас не было фрагмента. А теперь у нас есть фрагмент. Распознанный инженер Беркли, генеральный директор директора Ю. Дрон, дай мне пропульсионную пушку. Репульсионная пушка выдана. Эй, Беркли, попытаешь установить распредкоробку репульсионной пушки, продырявишь грузовой отсек. Черт подери, дрон, я сказал пропульсионно, а не репульсионно. Откалибровать датчики. Откалиброваны. Проблем не в датчиках. Я подправила программу. Но теперь как ты, не любит, когда ему указывают. Дрон, я знаю. Теперь его зовут Альберт. Альберт, я знаю, что ты не виноват, но ты очень поможешь мне выполнить мою работу, если принесешь то, что я попросил. Заранее благодарю. Выдана пропульсионная пушка. Спасибо. А теперь проваливай. Переход в спящий режим. Босс, это ваше хобби не делает твою работу проще. Или безопаснее. Может и так. Но без этого я со скуки могу однажды прогуляться в космос в одном белье. Все, понял. Огнетушитель в руки. Смотрим, что у нас здесь есть. Я помню, мы здесь как-то должны были перепрыгнуть. Да, это вот так и делается. Здесь мне нужно краба обязательно отыскать. Так, батарея, пока не делаем ничего, пока это все не берем. Да, батареи на обратном пути. 1, 4, 5, 4. Ну, открывай. Давно мы не были в этом отсеке. Что это? Фрагмент двигателя циклопа. Их нужно еще 2. Хочу циклопа. Новый КПК. Это вот вам, почитайте, потому что мы это уже все читали. Стопите и читайте. Так, питательный батончик. О, прикольно. Сколько у нас там места сейчас? Отлично, давайте возьмем его. Вода. И вода. Одна вода. Ешь вода, пей вода. И в комментариях закончите стишок этот. Уф-фу-фу-фу-фу. Начинается проблема здесь. Так, реакторная. Отсек мотыльков. Оу, а его нужно починить. Починил. Здрасте. Что это такое? А, фрагмент мотылька. Как нафиг мне здесь быть-то? Я уже это все нашел. Так, КПК, журнал прибора ВР. Съел кокос, игрок 3. Ах ты тварь. Или, может быть, он молодец. Не знаю, хвалить его или что. Не могу задерживаться на чтении пока что. Сорян, друзья. Батарея. Здесь потребуется резак. Есть. Так, добрый вечер. Здравствуйте. КПК, можете прочитать, стопнуть, если вам интересно. Я это все читал, я уже здесь был везде. И еще заманчивое предложение. Отсек крабов, отлично. Вы получили доступ. Ну, здрасте. Уй, где вы, мистер Краб? О, энергичек, это, ну, необходимо было взять. Мне нужно тут все потушить сначала. Ну, здравствуй, красавец.
есть. Еще нужно... Блин, еще целых три нужно. Фрагмент костюма краб. Ну, я думаю, они тут все будут, да? О! Испугался. Да хватит греться. Что-то очень быстро расходуются, оказывается, эти огнетушители. Неужели мне не хватит? Дерьмо какое. В принципе, я могу его и так сканировать. А ты можешь гореть в аду пока. Вот туда мы можем как-то попасть. Здрасте! И тут вот где-то можно найти какую-то комнату. Склад. Столовая. Склад, пожалуйста, огнетушитель. Няма. О, смотрите, одноместная кровать. Но я хотел king size. Значит, в этот отсек нужен код. Смотрите, каюта капитана. Если мы туда пройдем, возможно, нам удастся черный ящик отыскать. О, блин. Значит, может быть, тут что-то нужно отремонтировать? Что? Хрен его знает. О, ну вот это я не могу не взять. И огнетушитель, прекрасно. Смотрите, мы нашли багажную сумку. Я бы сюда вот этого напихал бы. Сумка не пуста, невозможно взять. В смысле? Я могу взять ее только, когда она пуста? Какой смысл в этой сумке? Блин. Ладно. Окей, у нас осталось 16 минут. Боюсь, эту Аврору уже не спасти. Разве что мы пойдем и починим реактор, наконец-таки. А, отлично, реакторная. Вот, мы здесь, наконец-то. Сейчас, давайте еще разок. Мы нормально уберем весь этот сраный огонь. Ты меня достал. Мы тут. Берем ремонтный инструмент. Тебя мы, конечно же, заберем. Все, начинаем чинить. 14 минут. Мы бы еще успеем к острову сплавать. Ну, давайте, ищем. Собственно, а где все эти пиявки, которые тут были? А, здравствуй. А, нет. Ты бы... Фу. Фу. О, погодите, убьет? Что происходит? Все, все. Обязательно нужно нож иметь с собой. Как я пересрал, что сейчас подохну. Офигеть, они стали сильные. Здесь, походу, вообще невозможно без ножа пройти. Если она прицепится, никак ее не снять. Последняя осталась. Е-бэ-бэм. Осталось 11 минут. Тут есть какой-нибудь модуль полезный для меня? Никакого модуля. Тогда валим. Все, теперь просто сваливаем отсюда и потихоньку по пути собираем все, что нам нужно. А надо нам, куда нам надо? Наверх надо. К сожалению, мы нашли пока только один фрагмент циклопа, но все впереди. Блин, я надеюсь, игра не стала сейчас, знаете, наказывать тебя, если ты прыгаешь в воду с большой высоты. У меня есть аптечки, если что. Ныряем. Оп! Ну я идеально вошел. Да, я даже не прокоцался. Так, у нас 9 минут. Хватаем циклоп и плывем вот сюда. 1000 метров. Ничего не бойся, Евгений. Ты знаешь, как с этим справиться. 1000 раз это делал. Даже, может быть, можешь капсулу эту посмотреть. Вот настолько ты смелый. И даже, может быть, не пожалеешь об этом. А электрические мрази плавают. Акулы. Целая куча всего неприятного. А! А! Тихо. Тихо. Вы напрямую на меня не будете нападать, да? Только если я подплыву близко. Заберем. Тихо! Мразь какая. Где-то я видел. Вот. Что ты взял? Что ты взял? Блин. Оп. О, смотрите, тут целый огромный кусок Авроры. Что-то хорошенькое здесь есть. Давайте выйдем, посмотрим. О, комната сканирования. У нас она есть. Что это? Светодиодный фонарь. Очень полезная штука. Продолжай. Продолжай сканировать. Никого нету вокруг. Сым. Не забываем ссать. Это очень важная вещь. Комната сканирования. Кто? А, выйти. 6 минут. Нам надо на шоу успеть. Левиафан, я слышу тебя. Я вижу тебя. Он сквозь текстуры прошел. Тварина читерская. Нет, пожалуйста. Надеюсь, это сейчас не станет моей гибелью. Вот эта вот фигня. Это очень важная вещь я тут вижу. Быстро. Циклоп. Есть! Отлично. Не зря рискнул. Не зря поплыл сюда. Так, где мы? А, вот, собственно. Какая интересная штучка. Я не замечу. А! Симов, как ты мог? Кто издает звук? Кто издает сраный звук? Обосрался. Ага, вот этот уродец. Не хочу с ним иметь дело. Он может меня убить. Технично оплываем эту базу. Теперь просто выходим отсюда и ждем начала представления. Осталось 30 секунд и начинает темнеть. Да ты издеваешься, игра? Серьезно? О! Оно двигается! Вот это шоу!
Выжившие, мы вас видим. Блин, я не знаю, как вы там выжили. Мы вошли в атмосферу и спускаемся к месту посадки. Это что там, внизу здание? Что значит, не можете опознать? Все по местам, касание через 10-9. Идет от... Что? Ладно, вы читаете, вы все видите. Нет. Хана вам, друзья. Такие вот дела. Смотрите, пока бегал по этим пещерам, нашел еще одну пурпурную скрижаль. Теперь у меня их две, получается. Что ж, я думаю, пора плыть домой. Это был очень плодотворный день. Очень хорошая вылазка. Я подготовился и не сдох ни разу. И мы дома. Как хорошо быть дома. Мы добыли неимоверную кучу ресурсов. А, мы только двигатель циклопа можем сделать. Блин. Нам нужно еще искать и искать. Зато можно замутить краба. Но это все потом в следующей серии. Огромное всем спасибо, что... птицы. Что вы делаете? Смотри, такие сразу. Оп, женек палит. Влетаем, летаем по кругу. Все, мы просто летаем. Птицы чертовы богоюзеры. Халтурят, пока я не смотрю на них. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые уведомления. Также не забывайте про все мои соцсети, которые будут в описании. На мой сайт с комиксами заходите. Это прекрасная работа, которой я очень сильно горжусь. С вами был Юджин, друзья. Люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю. И всем пять!